Получить результаты по 45 государственным услугам стало намного доступнее. Готовые результаты будут приходить через СМС-сообщения. По словам специалистов, теперь за готовыми результатами гражданам не нужно приходить в центры обслуживания населения во второй раз. Сервис реализован по таким государственным услугам, по линиям соцвыплат, актов гражданского состояния, выдача разрешений трудовым мигрантам, также присвоение спортивных званий. Отметим, среди вошедших в перечень госуслуг есть назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначение пособий по утере кормильца, получение и продление разрешений трудовых иммигрантам и даже присвоение спортивных званий. Раньше услугополучателям необходимо было обращаться в ЦОН, подать заявку на получение государственной услуги, где ему выдавалась расписка, бумажная расписка с указанием даты, когда ему можно будет прийти, получить готовые документы. Для этого услугополучатель после получения повторно обращался в ЦОН, получал справку либо документ. С новым сервисом услугополучателю нет необходимости обращаться в ЦОН во второй раз. Клиенту приходит СМС-сообщение со ссылкой, пройдя по которому услугополучатель может получить ответ либо при необходимости распечатать готовые документы. Это экономит время для граждан. Подробнее ознакомиться со списком государственных услуг, доступных по новому сервису, можно на официальном сайте госкорпорации «Еговки.ИЗ». Аселяйдар Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».